Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на авторской программе «Лист знакомства». Примите мои искренние поздравления с Новым годом, с Рождеством и со Старым Новым годом. И впереди у нас еще один большой праздник – Крещение. Крещенские морозы уже подбираются. Будьте здоровы! Будьте счастливы в своих желаниях. Берегите друг друга, берегите себя, берегите своих близких. Еще хочу я вам пожелать книги. Пусть в этом году у вас выйдет новая книга, по-настоящему сильная, красивая, добрая, нужная. А читателям я желаю тоже книги, чтобы вы нашли те ответы на те вопросы, которые формируют нас. Еще раз с праздником! Позади год тяжелый. Необычный. Новая реальность, в которую мы вдруг оказались. Которую мы обживаем и в которой, собственно, можно жить. Но, конечно, нам не хватает обнимашек, нам не хватает живой встречи, живой энергии, обмен энергиями. Сцен не хватает нам. Но надеюсь, что это скоро все вернется. Фестивали в этом году, не только фестивали «Лифт», но и другие фестивали были отложены до лучших времен, либо прошли онлайн. И мы все понимаем, что фестиваль – это все-таки в первую очередь живое общение. И как хорошо, что нам есть что вспомнить. Как хорошо, что у нас за плечами 5 лет дружбы. 5 лет фестивалей. Напомню вам города. Крым, Алушта, Москва, Сочи, Тюмень, Баку. Впереди у нас Турция. Впереди у нас Уфа. И впереди у нас Донецк. Награждение лауреатов 5-го Всероссийского литературного фестиваля «Фестиваль Лифт» мы планируем провести в начале июня в Москве на Красной площади. Фестиваль в Уфе планируется к проведению в 2022 году летом. Награждение лауреата новой литературной награды «Дон Бас» Анну Ревякину мы проведем в Донецке 21-24 марта. Очень надеюсь, что все, о чем я сейчас говорю, произойдет. Теперь о ближайших наших мероприятиях. Это новогодний лифт-марафон поздравления, который должен был закончиться сегодня в 12 часов ночи. Мы по просьбе участников прежнего марафона продлеваем. И вот уже сегодня я приняла еще 3 видеоролика. И мне кажется, вот пока я с вами разговариваю, еще приходят видеоролики. Мы продляем до 30 января до 23 часов 55 минут. Так что, дорогие друзья, присылайте. Присылайте. А самое главное, смотрите, слушайте. Поздравления. Вот сегодня в формате онлайн
Это такая же живая энергетика. Мы делаем посыл, и когда нас слушают, к нам возвращается та энергия, которую мы отправили. Поэтому смотрите, записывайте, отправляйте. И, возможно, в будущем вот эти марафоны, батлы, онлайн-встречи, они перерастут в нечто иное, другое. Но чтобы понять, что это другое, мы должны прочувствовать именно этот формат и поработать в нем. Он не идеален, но мы идем именно этим путем. И дай Бог, чтобы к нам вернулся формат офлайн, но онлайн мы обживаем так, как будто мы уже никогда не выйдем из этого формата. Объединившись офлайн и онлайн, получится такой красивый, замечательный формат. Во всяком случае, я за это время освоила столько всего, ну, не на 100%, но что-то на 20%, что-то на 30%, что-то на 50%, что-то на 70%. Но идет постоянная учеба, это и видео, это новые слова, это новые форматы. И я думаю, что в ближайшем будущем, это через неделю, через две, я начну делиться с вами этим замечательным опытом. И он нас выручит, он нам поможет. Мы, возможно, станем так же близки друг к другу, как если бы мы общались в формате офлайн. Если что-то, что я бы хотела вам еще сказать, наверное, многое. Но основное я вам сказала. Через 1:20 у нас начнется онлайн-встреча с дипломантами 5-го. Всероссийского литературного фестиваля, фестивалей «Лифт», где мы будем уже решать формат награждения лауреатов и дипломантов. В Москве в июне на Красной площади. До свидания, дорогие друзья. Очень надеюсь, что чаще буду выходить в эфир. Еще раз желаю вам быть здоровыми и беречь друг друга.